Всем привет, с вами Прием. Пришло время вскрывать сундучки. Сегодня же среда, пришла пора проверить нашу недельную удачу. Начнем же. Специализация. Пускай будет лед, может быть упадет какой-нибудь интересный тринкет. Конечно, упал самый лучший тринкет, который только возможен в этой игре. Иначе не скажешь. Достойный итем, который так и просится, чтобы его экипировали. Нет. Идем дальше. Воин. А на воина я хочу еще одни челюсти или до пасти. Вдруг они упадут. Я буду очень рад. Хоть они у меня и есть, но все же. Вторые не помешают для коллекции. Поехали. А нет, это плащик. С весьма хорошими статами я его оставлю. Мало ли, вдруг он пригодится при решении разбития тирбонуса. Все возможно. Идем дальше. Далее, прот-паладин. Конечно, как всегда, после вскрытия недельных сундучков я пойду на стриме убивать Аргуса в обычной или героической сложности. У всех желающих, если таковых есть желание, можно присоединиться в заранее собранную группу. А это что такое? А это релик. Ну, пускай полежит какое-то время, потом я его, конечно же, продам, скорее всего. Друид. Не, ну может на него что-нибудь хорошее упадет. Хотя друид это такой персонаж, который одет исключительно с миф-плюсов именно этих сундучков. Пролутать что-то достойное весьма трудно. Но постараемся, постараемся. Ну, поехали. Прокнуло? Отлично. Так, кровь Саргера сюда выложим. Колечко надо будет просокетить. Ну, зачарить его можно даже сейчас, если бы у меня была пыль. Надо будет купить пыли Саука и поделать различных интересных крафтов. Ну, неплохо. Получается, какой там левел? 977 почти. Классно. Ни единого мифик босса не убито, 977 эквип. Конечно, долго этот эквип набивался, около 5 месяцев, но все же. В текущий момент, играя ДК мейном, у меня до сих пор 975-й. С условием мифик рейзинга. Но там другая ситуация, там 2Т20, от которых уходить, если честно, страшно. И не особо хочется. Так, сундучок на шамане. Что же тут? Нагрудник. Почему иконки не прогружаются? Что такое? Неужто у меня какое-то обновление качает? Ах да, скорее всего, качается обновление для беты на бета-серверах. В текущий момент включили мифик плюсы. И может быть я уделю какое-то им время. Но в ближайший момент будет видосик, по которому вы поймете, что до беты я, скорее всего, не доберусь этим летом. Идем дальше. Остался ДХ-танк, и все. И можно будет прикрывать эту лавочку. Безуспешную. Грустно. Это еще надо 15-е ключики будет по новой закрыть. Они быстро закроются. Так, что это такое? Это ножки. Крит хаст. Окей?
Почему бы и нет? Пускай лежат до поры до времени, вдруг пригодятся. Модификаторы текущей недели — это кровавый, некротический и укрепленный. Самые наилегчайшие модификаторы в этой игре. Кровавый требует внимания танка и последующего вывода мобов из их же трупов, для того чтобы другие цели, которые еще живут, не отхилились в этих лужах крови. Некротический модификатор, который вешает дебаф некротического гниения на цель, которую атакует моб. Дебаф понижает количество входящего исцеления и поглощения на некоторое время. И самый лучший способ его с себя снять — это кайт. Ну, либо дать какой-либо массовый стан, окей. Но укрепленные — это просто-напросто усиленные мобы по ХП и атаке. Все слишком легко, так что если у вас есть желание позакрывать высокие ключи, то эта неделя самая подходящая. Всех вам благ, счастья, здоровья, успехов. Смотрите только правильный и качественный контент. До скорого. Берегите ноги.